Дорогие друзья, много лет Марфа-Мариинская обитель сотрудничает с православным телеканалом «Союз». И мне хочется очень поблагодарить команду телеканала, потому что сегодня как никогда важно говорить о тех смыслах, ради которых мы живем. И сегодня время смыслов, время, когда приходится осмысливать те вещи, которые раньше казались для нас вроде бы очевидными. То, что делает телеканал «Союз», это огромный вклад в воспитание нашей молодежи сегодняшней. И ведь это так ценно, это так важно. Именно вот эта молодежь придет нам на смену. Именно эта молодежь будет хранить нашу страну и нашу церковь. Конечно же, такие проекты, как Большой православный телеканал, они не могут существовать сами по себе. Конечно же, мы все вместе должны участвовать в создании контента, как сегодня говорят, для этого канала. И поэтому я очень рада, что мы сотрудничаем много-много лет. И дай Бог, чтобы вокруг вас людей было побольше, чтобы многие люди, как и сегодня, говорили, что «а я по Союзу увидела», там сказали вот так.